Празднование началось литургией в храме Вознесения Господня, а вечером жителей ожидала яркая концертная программа. Чекмайданцев поздравила башкан Гагаузии Евгения Агуцул. С праздником всех вас, храмовым, хочу сказать, что я не смогла сегодня присутствовать на утренней литургии, но душой я была с вами. Я хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать самого хорошего, процветания вашему селу. И, конечно, с поддержкой примара вашего села, поддержкой депутатов Народного собрания мы все сделаем, чтобы все, что нужно для вашего села, это реализовалось. Мы всегда с вами, и пусть дети вашего села растут здоровыми, и пусть они вас радуют. Байрамыңыз кутлу болсун, саалык, кысмет, хем берекет херкезине. Чок сау, ани бени теклиф эттиңиз бүгүн сиздин байрамыңызга. Сауңыз. Жители населенного пункта с прекрасным праздничным настроением провели праздничный день. Сегодня такой день, что наши родители отмечали этот день наши родители, как бы обычай, и мы тоже в этот день стараемся, чтобы с веселым настроением быть. Это день рождения села. Как день рождения человека отмечают, так и день рождения села. Мы этот праздник ждем целый год, радуемся, очень приятно. Здоровья, счастья, удачи, всего наилучшего. Одно и село как бы празднует. Что бы вы пожелали жителям своего населения? Всего хорошего, мирного неба, счастья и здоровья. Остальное все приложится, я думаю. Решила прийти. Раз праздник, так надо праздновать. Как надо. А что для вас означает этот праздник? Ну, как наше обычае, мы всегда делаем, держим этот праздник. У нас обычай такой, и мы держим. Желаю, чтобы всем было, все было хорошо, всем было, чтобы... Самое главное, чтобы война не была. Праздничное настроение. А что для вас означает этот праздник? Это... Очень большой праздник для всех нас, потому что это Вознесение Господне, и мы должны почитать его. Храм села и Вознесение Господне. Чтобы жили дружно и без войны. Вознесение Христово. Это день, когда всем селом можно собраться. Да, были утром в церкви, теперь пришли на концерт. Праздник. Населенному пункту Чекмайдан исполняется 218 лет. Полина Барбова, Ирина Караман, Александр Глеков, Мария Казакова, ГРТ, Новости.